Первый вариант. Мы сейчас будем делать движение вниз рукой. То есть рука вот здесь не напряжена, вот это движение. И дальше движение вперед. Вниз, вперед. И вводим сюда. Вниз. Вот это вниз. Здесь практически рука зачеркивающее движение. И дальше двигается по прямой. Парнем рукой вниз и следующим шагом у него закрыто движение. Он выполняет такие. Часто мы делали это движение чуть вот в этой плоскости. Идет захват. Не отшагиваем никуда. Наш уход с линии атаки — это вот это движение. И контроль. Когда партнер берет захват, мы контролируем здесь его позицию. Теперь тынкан. И рука выводится здесь. И движение вперед. Раз. То есть два принципиальных. Первый мы делаем в этой плоскости. Второй мы выводим вот в этой плоскости. Как мы делали на прошлом занятии плоскости вращения. Вот здесь.